Доброго времени суток, сегодня с вами я, Валерий, и в этом видео вы узнаете о подробностях, а также я вам расскажу, как разбирать автомат Калашникова из серии 100, а именно модель 105. Это малогабаритный автомат из серии 100, складывающийся приклад и цевьё изготовлены из ударопрочной пластмассы черного цвета. Калибр 5 мм. Патрон образца 1974 года. Вес без магазина 3 кг 230 грамм. Длина ствола 314 мм. Начальная скорость пули 840 метров в секунду. Этот автомат делает 600 выстрелов в минуту. Прицельная дальность 1000 метров, то есть целый километр. Емкость магазина на 30 патрон. Вот так выглядит автомат в разобранном виде. Теперь давайте я вам покажу, как его собрать. Вот мы собрали наш автомат Калашникова. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал VB Life. С вами был я, Валера, и мой оператор Никита. Пока!